Все, мы подкрепились, покушали. Куда он едет? Мегатрайв? Мекинус. Теперь едем в квартирку. Все уже не волнуются, так сказать, а впереди. Мы два раза до этого, когда ездили, дом тот же, все, но квартирка у нас в этот раз будет другая. Мы два раза в одной квартире были, а сейчас будет два раза другая квартира. Ой. Тоже два раза. Два раза в одной были, а сейчас будем в другой. Вон магазин Лили, вон там. Да. Так, тут у нас желтый цвет. На желтый еще можно ехать. Теперь едем в квартирку. Надеемся, уже нам дадут ключи. Вообще-то с двух часов там стояло, но мы уже один раз... Помнишь, где бюро? Да, конечно. Мы уже один раз тоже раньше приехали, без проблем. В 12, по-моему, тогда один раз, я помню, были. В 12 часов. Если все свободно, какие проблемы? Да, если оно уже убрано. Потому что там выезжать надо в 10, а до 10 надо выезжать сюда с квартиры. Это везде так. А с двух заезжать, это чтобы у них время было, ну, там, убраться, почистить квартиру. Поэтому, ну, вот иногда бывает, что они быстрее убираются, тогда можно, естественно, и быстрее зайти. Так что посмотрим. Если еще не будет свободно, мы пойдем на море сходим. Там прям совсем-совсем рядом море. Ну, покажу все. Немножко вам города покажу. Где Зак? Зак? Вон на рай. Альта. Ну подержи, что тебе тяжело. Я сейчас шон цвай. Весь в колах на стакан. Здесь легко, тут все время прямо, потом направо завернешь, потом еще раз направо. И все. Очень легко найти. Сейчас справа Реал будет, магазин. Тут как ни крути, все равно ездишь по краю моря. Да-да, тут справа море, там порт находится. Там, по-моему, китайский ресторан, куда мы пойдем завтра. Завтра вот в этом, ну, самую хотел завтра. Просто как-то растянуть шпас. Ну, посмотрим, если он согласится. Он же сказал, что понедельник. Нет, это не здесь. Завтра еще не здесь. Вот это впереди, это тоже что-то связано, вот это вот здание. Ты имеешь в виду вышку это что? Да, вот эту вышку. Водонапорная башня. Водонапорная башня, да. Вон Реал, видишь? Главное, Аргентина открыта, да, хотя Реал. Реал работает, ничего себе. А, здесь в этом... Сегодня же воскресенье. Такое бывает, когда курортный город или... А бы раньше не было, Слава. Два года назад, я помню, не было такое воскресенья. Такое бывает здесь. Куб Мориалес, а он... И Абонизон так. Воскресенье, насколько я знаю, они до обеда, до 12 работают магазины. Может, изменилось теперь, да. Ну да. Алис говорит, может, специально, потому что мы приехали, они открыты. Нет, одно время и субботы были закрыты, потом субботы открыли. Скоро они все круглосуточно потрогают. Да. Вон с правой стороны, видишь, туда ехать на вот... Туда заворачиваешь, и там на этот порт находится старая любовь. Почему так назвали, я не знаю. Или прошлая любовь. Или прошлая любовь, да. Ну, Альта, ну да. Да, прошлая любовь, наверное, скорее всего, по смыслу. Я просто дословно перевела. Чайка. Вот мы сейчас в самом центре едем. Тут всякие кафешки. Ну, страшно, когда такой старенький. Да, старенькие здания такие. Ну,
Сэмми. Вот с цветов сделана такая слева вон. Клумба, не клумба, не знаю. Что это за здание, все я не могу сказать, потому что я не знаю. Прям перед носом заворачивает. Вот мне есть наглые. Вон еще один Лидль. Тоже открытый. Точно, смотри. Магазин эти стоят. Где мы сейчас были возле Макдональдса, Лидль был закрытый. А сюда ближе уже к курорту. И не курорту, а как это называется, Слав? Где туристы, к туристическому, к туристам, или как сказать, это самое, больше людей. Да, это магазин открыт. Интересно. Если бы знали, вообще бы ничего с собой не брали. Я думала, на воскресенье. До 6 часов вечера открыто. Смотри, зонт так стоит. Вон в воскресенье с 10 до 6. Значит, сериал тоже так, да? Так, в такие дни, с понедельника до субботы, с 8 до 21, ну, до 9 вечера. А в воскресенье до 6. Ну, плохо, да? Плохо. Сейчас, если... Ну, для тех, кто работает, да. Сейчас распакуемся, если что забыли, то будем знать, что можно съесть в магазин, да? Или если там не будет, я, например, шпульмитель не взяла, туалетную бумагу я не взяла. Ну там всегда, сколько я знаю, всегда были. Мы всегда брали и назад привозили, потому что всегда лежало. Кто-то там купит, наверное, 12 рулонов туалетной бумаги, и что домой везти, они оставляют, и так вот остается. Но нам сейчас не повезет, как назло. Но у нас там Альди рядом совсем. Можно будет даже пешком сходить. Слав. Погулять можно. Да. Только сейчас не хочется, потому что живот полный-полный. Ну не сейчас. Сейчас приедем. Сначала разложимся. Лечь на новом месте и потолок посмотреть. Первое время хочется просто полежать. Дети долго не дадут полежать. Ну, они точно запрут в каждый дом смотреть. Ну да, потом они захотят на улицу, на море. Так что сейчас пауза еще есть. Это надо будет план составить. План ту? План. План. На гольф поиграть потом. Ну, не все у нас сразу в начале. Ну, я и говорю, растянет, да. Поэтому и хинеза сейчас наелись. Самый вообще говорит, мама, каждый день будем делать план, что мы будем делать. Я говорю, хорошо. Он это любит такое. Такие мощные. Ага. Да что это? Какая-то раса какая-то. Да, это есть. Бывают такие пушистые ноги такие. Тяжеловесы. Я здесь таких видел, кажется, нигде не видел. О, там такая мускулов гора. Вот тут этот, вот это уже полностью туристическая район, туристический район. Вот эти домики все, которые вот по бокам. Они в основном все сдаются. Тут мало кто так живет. В основном сдают. Вот так вот. Или по комнатам сдают, там сами живут, там одну комнату сдают, всегда везде стоит. Комната свободная, да? Мы один раз приехали как пиратами, и ничего найти не могли. А куда мы едем сейчас, вот сейчас заворачивать будем? Там уже это полностью, вот сейчас мы заворачиваем направо, там квартирки в основном. Не домики, а квартирки. Домики немножко дальше от моря, а квартирки в этих здоровых домах таких. Ну, сейчас увидите. Да. Вот это Альди, мы тут закупаться будем. Вот это уже эта улица, сейчас с левой стороны будет уже наш дом. Шт. Вот тут пекарня, вот. Бройтин Кауфен, эти булочки будем на утро покупать. И все, начались узкие дорожки. Так, да, вот это уже все, это уже полностью. Сейчас вон там 100 метров и море уже. Тут уже вот одни парковки, это уже люди приезжают, паркуются. Вон впереди, ну сейчас не видно вам там, как это называется, дамба или как? А? Наверное, дамба. Короче, заграждение. Заграждение, да. Подожди, мне сейчас где-то надо налево на парковку уже заезжать. Тебе нужно сейчас бюро? Ну, я сначала на парковку заеду. Мама. Тут без толку искать сейчас, Слава. Видишь уже, как полно людей.
за хотель. Посмотрим. Тихо. Вот он наш дом, вот этот белый. Вот это. Наш дом так звучит прям. Тут есть специальное место, чтобы разгружать чемоданы, вот это все. Я там и встану. Может номер, кстати, я знаю. Номер 40. Вот это сейчас мы заезжаем на парковку. Где-то вот должен 40 стоять. Ну, там стоял сейчас 40, да? Смотри, это все, вон, серфа, да. Все это самое. 10 вон стоит. Ну, смотри, они все тут распаковываются приехали. Мама. Куда мне встать? 5, 10, 11, 30. Ну, вот это был наш. Вон наш дом, квартира. Или та, или та. Что, пока сюда встать? Пока это где? Ну, пока я пойду это. Если тут дверь открыта, я могу сзади пройти. Хаус-мастер. Да. Посидишь здесь? Да, только спроси. Ключи оставь. Да. Только спроси это. Что спросить? Ну, какой номер где находится? Ну, да. Потом переключимся. Вот мы получили уже ключи и такую книжечку, что тут есть все в этом городе. Вот у нас или вот эта вот квартирка, или вот это. Сейчас зайдем, посмотрим, или это, или это. Сейчас мы все с собой берем и пойдем в квартиру. Идем, сейчас несем, что вот тут, а вот этот вот бассейн. Мама, der Wind drückt voll. Там внутри. Мама, der Wind drückt voll. Мама, jetzt ist deiner. Мама, das drückt voll. Warum hast du das genommen? Naja. Пошли, пошли. Забыли. Забыли теннисные эти ракетки взять. Да, aber dann muss Mama aufmachen die Schlüssel. Там вход. Тут столики, пальма. Mach mal Licht an, Leon. Да. Nein, geht nicht. Mach. Komm rein. Так, теперь квартира 40. Значит, самая последняя. На автолинкен за это 2. 3, 4. Да. Warte aufmachen. Ach so, ja, раньше мы вот в этой были напротив. Nein. Nein. Ach, ja. Und früher war das hier. Прям напротив квартирка. Ja. Первый раз. Ganz. О, детская комната. Это все для вас. Наша спальня. Да, schlaf ich? Nein, da. Oh, doch. Guck mal. Eigentlich ist ja mehr, ein bisschen mehr. О, большой телевизор. Там старинный телевизор был. Здесь вот такой вот, вот. Это куб, этот зал. Столик. И вот такая кухонка. Уголок кухонный, можно сказать, не кухня. Ой, тяжело. Там да, такой этот, как его? Это не есть. Это, ну как, искусственное. И тут такой балкончик закрытый. Да. Он закрытый. Вот с этим или гайфинг, или... Тоже столик стоит, он такой диванчик. Там тоже, смотри, что тут, радио или что? Ой, как оно открывается. На, там сначала надо открыть. А, нет? Что это такое, радио, что ли? Что? Давай занесем все. Классно, давай, давай. Вон наша машина. Вот. А вон там вон люди ходят. Вот это вот как бы дамба. Вот. И за ней, вон где люди идут, и за ней внизу там море. Совсем тут пару минут. Ну, мы сейчас все разложимся, и потом я вам все покажу, когда будем идти, я буду показывать. Стендап? Вот это. Еще не знаю, как здесь с интернетом. Да? О, schön. Вот такой вот шкаф, тут посуда стоит. О, даже фондю есть. Тут
Покруче квартирка, я тебе скажу, Слава, чем та была, да? Смотри. На, я не про телевизор. Мебели больше тут. Это чья-то квартира. Смотри, тут чьи-то фотки. Это чья-то собственная квартира. Тут фотки ребенок, детей, смотри. Ну, сдают свою квартиру, да? Что-то. Во. Ага. Сэмми сэндвич нашел. Ой, Сэмми, говорю, Леон. О, у нас такая же, только белая. Кофейная машинка. Вот кофейная машина, это такая, где капсулы вставляются. Ну, маленькая, ну, для нас пойдет на этот, на отпуск как раз, да, Слав? Да. Что, детей оставим, пойдем загружать все? Да. Вот наша спальня, все по дереву сделано. Кровать высокая, Слава, как ты любишь. Смотри. Тоже все массивное дерево. Вон эта лестница, где тут сетка. Вон там всякие эти, где можно купить еду. Тоже телевизор отдельно. Вон там парковка, это которая сдалека приезжает, а там дальше еще. Блин, тут сетка неудобно. И вон наверху вот эта вот лестница, она идет как раз к морю туда. Мама. Что ты говоришь, что? Свой телевизор. Ой, тогда дети могут здесь спать. Мама. Ну да, дети. Мама. Или мы здесь дети. Мама, ну посмотрим. Мама, да, смотри, фишкаешь, она садится к нам. Фишн гейм. Угу. И гладильная доска. Да. О, даже весы есть. Вот буду худеть здесь. Мама, муша мне? О, тетя сюда. Мы доехали отлично, классно все доехали. Мама, тетя сюда. Очень рада. Здесь вон можно эти закрывать. Слава, смотри, здесь можно темно делать. Вот эти отпускаются вниз. Мама, wir haben Fenster beim Balkon verschoben kommen. Ja? So aufklappen. Nee, там уже на. Sie zeigt mir. Ой, мы все на эмоциях тут. О, тогда ж такое это для косметики. Меня как раз красится. Такое увеличительное зеркало. Здесь еще одна это. Мама, weil du schätzt kurz, was ganz richtig. Лик рай. Süßigkeiten oder was? Ja, genau. Все в синем цвете. Под старину. А? Да. Вон сколько книг всяких. Пока не перечитаю. Нет, 0,4 он сказал. Пойдем, надо. О, это что? Ну, это не нам. Ну, да. Это 100% здесь кто-то живет. Жил, да. Раньше. Смотри, даже посуда синяя. Ты смотрел туалет? Нет, а ну покажи. Ой, надо машину перепарковать. А, вот туалет мы еще не показали. Ой, такой маленький, там побольше был, да, Слав? Мама, я знаю das. Вот здесь будем эти сушить наши плавки. О, тут есть даже auch eine Mülltonne. Такое зеркало. Die geht so. Я, das, das. Душевая кабина, все чистенько. Yes. Беленько, все, нигде не этого нету. Шины. Как шины? Здесь ничего нету, все чистенько, убрано. Это зайфа есть, подожди. А, есть. Туалетная бумага есть, аж 2 рулона, Слав. Вон шкафчики пустые, можно все расставить. В той квартире, я помню, надо было все это. Вот тут закрыто. И здесь еще все можно поставить. Классно, смогу все расставить, не будет все так на куче стоять. Ну все, нам нравится квартирка, да, Слав? Вот детская немножко. Тоже столько книг там наверху. Такая одна наверху кровать, одна внизу. Тоже этот шкафчик. Такой маленький. А. Здесь такой это стульчик. Nein, muss ich gucken, das ist in dem Teil Tasche. Luis, nein. Mama, ich lege meine Hände hier hin und sag mir, wenn du Aufladen angeschlossen hast. Jetzt ziemlich eng. Okay, Mama.